Всем привет, друзья! Мы продолжаем играть Need for Speed Most Wanted, это вторая часть. И в этой части мы продолжим играть с 15 номером списка Sony. И сделаем еще две гонки, поиграем с полицией и будем сражаться с ним один на один. Мне писали в скайпе, почему у меня нет звука в игре. Я решил поддобавить звук. Вот так лучше, да, ведь? Слышно звуки игры и слышно меня. Это хорошо, потому что в прошлой части как-то у меня звук вообще ужасный был слышен. Теперь я поменял на микрофон нормальный. Теперь довольно-таки лучше меня слышно. Да ведь? Ну что ж, друзья, едем вперед. Растываем. Еще чуть-чуть. О, боже, нет! Блин, все, меня перегонит. Перегонят сейчас. Нет, нет, не перегонят. Не дам, нет. Ищ! Все, проехал. Теперь я должен заехать в чупочку. Вот это. О, нет! Блядь! Как я мог удариться на этой секунде? Позорище! Как я мог удариться? Теперь придется нагонять. Ну что ж, надеюсь, я смогу. Быстрее! Моя машина быстрее, чем твоя! Да, есть! Проехали! Я буду первым! Еще второй круг, блин! На первом круге я первый, это хорошо. Ну, вообще повезло мне. Пока что я оторвался от них далеко. Это ж не так далеко, как я хотел. Ну, пока что нормально. О боже, они нагоняют. Поворотик. Еще один поворот, осторожнее тут надо будет. Вот здесь я тогда просрался. Вот теперь я не просрусь и проеду это красиво. Осторожненько. Должны вписаться. Да, все. Проехали. Теперь надо просто доехать до финиша. В принципе, с самого начала надо уже доехать до финиша. Ладно, давайте торопиться. Еще один поворот, последний! Ох, как повезло. Ой-ой-ой, нет. Ой, блин, как-то я врезался. Ладно, дальше. Поехали назад. О, привет, я уже закончил игру, а вы тут что делаете? А? Вы до сих пор играете? Пойму вас, собаки, не умеете играть. Сюда играть. Ладно, давайте пошлите. Нет, сейчас мы ничего не сможем. Давайте пошлите другую гонку, последнюю нашу гонку в этой Sony. А потом купим себе мотор. Да, чтобы быть быстрее. Мне кажется, самая трудная гонка будет. Да уж. О боже, как я устал. Там утра я только записываю видео. Да, я уже записал GTA San Andreas 8 частей и Need for Speed Most Wanted, вторую часть сейчас сниму, потом третью буду. Третью, когда сниму, отправлю только Need for Speed Most Wanted, одну часть, и GTA San Andreas, пятую часть. Эту часть я уже отправляю, сейчас она у меня загружается. Сейчас снимаю Need for Speed Most Wanted, вторую часть, да. Вот такая у меня жизнь. Нет свободной минутки на учебу, что есть. Вроде бы я снимаю всего лишь полтора часа, отправляю еще полчаса. Так что у меня еще много свободного времени. Я отбираю только 2 часа, это все меня отбирает. И это немного, знаете, это немало. Если я бы провел все это время за учебой, я уже сдох. А, да что ты меня? Ну, так лучше. Это же дело. Это того, что ты играешь, это не дело ничего. Это играть, это легко. Всего лишь 4 пальца. А когда будет написать это, тогда 5, ну как-то на сайте. Быстрее едем. Еще 50%. Нифига себе. Не маленькая так-то карта. Что за поворотик? Сейчас будет резкий. Нет, не такой, да резкий, резкий. Полицейский, подвинься! Блин! Подвинься, такой ровный полицейский.
за плохое выражение. Блин, полицейский, уйдите, пожалуйста, не мешайте мне. Полиция. Блин, он меня затормозил, ах ты гаденок. Они меня обгонят сейчас. За тебя, полицейский. Ладно, его сейчас уничтожь, этого урода. Порву тебя, полицейский. Кто я так медленно еду? У меня скоро повороты вообще говно. Отстой. Подвиньтесь, полицейский, пожалуйста, дайте я доеду до финиша и потом поделаю. Нет, как он мог меня догнать с самого финиша? Невозможно! Это невозможно! Это невозможно! Нет, быстрей! Нет, вот же финиш! Как я мог продуть? Нет! Ну хотя бы спасибо, что полицейские отстанут. Ладно, придется заново играть. Я опозорился. Извините меня, пожалуйста, за этот позор. В самом конце. Блин, тут все толстые машинки такие. Видите, какие там все выглядят. Ладно, все. Лес. Ой, что он за лес? Прочитал имя третьего игрока сейчас. Ну, третьего номера, который играет. Ладно, неважно. Он меня так легко обогнал, как будто, блин, тут, не знаю, это машина как... Давайте нормально играть, и ничего такого лишнего я не буду говорить. Ой, блин, не видел. Дорога была такой же краской. Так, на салатке нет, вот здесь вроде бы... нет, сейчас нет, вот здесь полицейский будет, да. Нет, они сейчас будут следить. Уверена, что процессы, когда будет резкий поворот, который в тот раз был. А, тут что, два круга? А, нет, я тут переград. Ну, я так и знал. Привет, полицейский. Как дела, ты делаешь? О, за ними тоже. О, опять резкий поворот. Блин, все, проехали. Быстрей. Здесь как раз я видел того. Винса. Я сейчас в гонке вообще-то играю, а полицейские отстали меня вот тут. Бью, говорит, что мешаете мне играть. Вам что, делать нечего? Вы наберегище, наверное, меня один в бочку. Только я, как у меня увидели все. Остальные что, тут не так? Блин, вот здесь он меня тогда перегнал. Я не должен теперь обосраться здесь. У меня скорость поворота очень медленная. Очень медленная. Ускорение тоже слабое. Вот он уже почти приехал. Он за мной. Вот здесь я так... Нет, продвинься! Я готов распобедителя буду. Я не отдам свою корону победы. Теперь вот туда забрать. А, все, я там. 1500. Ну что, давайте продавлять полицейским. Это еще будем. Теперь поворот будет! Мя-мя-мя! О боже, я не смогу. Позор! Это несчастный позор! Да нет, это не сами снимали. Ладно, все, сами виноваты, да? Я ничего не делал, вы чё? Это мне да не должны записывать деньги на счет. Ты чё? Я офигели, что я ничего не знаю. Кстати, карта мне пригодится. Мне надо доехать сейчас. Отсюда. Так, указывай. О боже, свисток. Ты точнее свисток. О, как быстро. Ух, так близко. 650 опыта за эту игру, чё? Я так долго тут вязался с этими тупыми несчастными полицейскими, мне только чисто. Ой-ой-ой-ой-ой. Тебя арестовали. Ну там сами наберут не опыт, я пока думаю. Блин, они меня сейчас убьют. Блин, я не могу сломать эту штуку. Такую маленькую преграду я не могу сломать. Ну, не пробить, не почти. Да. Ну все, надели. Сдохните все полицейские, которые я видел. Ох, все,
Ох, спасибо, 3300 я заработал за эту гоночку. С полицейскими и еще плюс гоночку. 800, потом еще 3300, 2500 добавили, 8300, надеюсь, 13300, нет, не будет, извините, еще чуть-чуть, пишут там мне, что это все, я крутой играю, там хорошо, все остальное, вся попка там, ай, ладно, вот мы и пришли, гонки все выполнены, я крутой, осталось только пари и рейтинг. Ну, рейтинг я сделала вот так. Нет, пари я сделала вот так. А рейтинг я сделала по-другому. А, что случилось? А, все. Я отправился. Да, о, да. Что мне надо? А, тут надо мне вроде, не помню. Вижу какой-то значок непонятный. Вообще непонятный. Надо узнать, что это за значок. 3, 100, 100, 104, 105, 110, давай 105! Да, нет, подожди. 110 и 4000. Еще чуть-чуть, да, сотник. Мне надо всего лишь 3... Нет, 3000 рейтинга до Сонни. Вонючий Сонни, откуда у тебя столько рейтинга? О, боже, как это ужасно, 2700, мне еще надо рейтинга, это ведь ужасно. И что мне? О, полицейский. Еди быстрее, просто быстрее. До столкновения одно с полицейским. Участвует обычная жизнь. С нами полицейские будут 5. Я вижу одного. А, типа, будут участвовать и участвовать, и были участвовать. И уничтожить этого. Помогает. Не так сильно, но помогает. Унит! Еще чуть-чуть бы. Тупой полицейский, я тебя убью сейчас. Блин, я думал, ты столкнешься. Чаем. Так будет веселее. На тебе! Как мне это нравится делать. Эй, Зет. Что, в жопу ты хотел меня отстрелять? На тебе. Ой, блин! Какой полицейский! Извините, что я прервался на минутку. Мне надо было. Ха-ха, они поехали туда. Отрыв. Ивэль. Или это Ивэль? Нет, я не хочу отрыва, мне еще много надо наверстать опыта. От рейтинга. А, курочка кручит, заткнись, курочка. Еще один полицейский. Давай, ударь уже! Ну на тебе! Блин, в этот раз не так сильно получилось. О боже, зачем я вылился на эту? Эх, ускоряйся же, моя машина! Чего она такая медленная? О боже, какая она неуправляемая, да! Если её занесёт, она будет нестись так. Блин, как-то трудно с первым даже убить. Я только до второго, до третьего доходил, когда был на 13 месте. До третьего я даже доходил, прикиньте, а сейчас даже с первого не могу. Я, конечно, тогда не смог оторваться, ну как-то. Знаете. А фиг вам. Звонили. Все в группу, знаете. Пока. Блин, не удалось вылезти. Вы знаете, умник тут. Это не такие, как я. Так что, до свидания. Играйте там дальше в гольф, а я поеду. Нифига, они за мной едут до сих пор. Они тоже не такие-то тупые. Ладно, поеду туда. Обманули дурака на 4 кулака, а сейчас поеду в обход. Вы знаете, где я? Вот здесь. Чего? Это дерево? Нет! Нет!